На таких автомобилях модели ГАЗ-21 «Волга» с лимонно-желтой окраской и синей полосой по бокам с 1969 года работала вся милиция. Новая окраска должна была повысить заметность и узнаваемость патрульных машин. После распада СССР от желтого цвета отказались под предлогом реформирования системы МВД. По второй версии, такая спецокраска оказалась слишком дорогой. Советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга» считается преемником легендарной победы. Данный экспонат появился в музее «Гараж СССР» ретро-мототехника в 2021 году. Заехала она своим ходом через специальные ворота. Машина оснащена, как и положено, двумя сигнальными громкоговорящими устройствами, проблесковым маячком на высокой ножке, рацией в салоне. Причем все в рабочем состоянии. Интересно, что передние кресла в этой модели, как и задние, в форме дивана. Спинка трансформировалась, образуя огромную тахту. Поэтому «Волгу» в то время предпочитали автотуристы.